Однажды к старцу подошел юнец, сжав пойманную бабочку в руке, и тихо вопросил: скажи, отец, сидит ли та живая в кулаке? Решил он, если скажет, что мертва, я распахну ладонь, завьется ввысь. А коль произнесет: жива она, я, сжав кулак, сломаю ее жизнь. И, посмотрев юнцу в глаза, его погладил по щеке монах: запомни раз и навсегда, мой милый мальчик, все в твоих руках, и боль, и смерть, и плач, и страх. Из крыльев облетевшая пыльца, все, милый мой, в твоих руках. Запомни то, что я тебе сказал. Но вновь послушник старца попросил: душа моя, как этот мотылек, коль жизнь прижмет, то где возьму я сил? Их раздает один лишь только Бог. И молвил старец, глядя будто ввысь: вся наша жизнь один лишь только сон. Не дай душе проспать и лишь молись, ведь ты Христом давно уже спасен. И смерть, и ад, и плач во тьме, поверь, уже не властвуют в веках. Он вечность дверь явил тебе, ключ от нее теперь в твоих руках. Запомни все, что он сказал, и думать не спеши о пустяках, ведь с нами тот, кто нас создал. Остальное все в твоих руках.